Всем хай, и мы сегодня играем в Ultimate DV Cars. Это игра, сплошной локальный мем с нашего дискорд-сервака, поэтому заходите, кстати, на этот дискорд-сервак, если вы еще на него не зашли. Только вот лично я вообще ни одного мема тут не понимаю, кроме Бати и Вига. Бармороз. А, это Бармороз. Блин, кобздец, лучше бы он просто взял ту картинку. Типа это у меня аватарка была такая, и этот, либо, ну, Фарш ТВ тоже, ты знаешь. Да, это я? Ну-ка, да. Давай, короче, читать давай. Да, это я. Кобздец, почему? Ладно, окей, дальше. Он либо Бапус. Постепенно. Блин, надо еще запоминать это управление, знаешь, может ты листочек возьмешь какой-нибудь или на айфоне напишешь? Это, знаешь, это как кошмарная чика, типа постепенно нажрет. Ну, вы можете зажать ее, чтобы поднять его. Ты бы хотя бы знаешь управление, только не юзай его. Посмотрите на этот вкуснейший салат. В смысле, что за прикол? А, возможно, он будет типа тебе экран, так сказать, как минирены. Давай. Что, сразу все будем или давай типа несколько? Да. Давай сразу типа попробуем. Скорее всего, это не записывается. В смысле? Ставит вас! Че происходит? А, это типа как кошмарион, что ли? Это хлеб, но я его не юзанул. Так это, там типа он появлялся, как только ты на него наводил. Да? Там появился? Да. Я потерял букву. Давай дальше. Кобздец. На Ю нажми. Да, Саша. Мои очки. Саша. В смысле? Он биткоин у тебя отобрал. Блин, давай, короче, реально, давай, короче, кого-то выберем по отдельности. Да, давай. Так скример хлеба был. Ты еще хочешь на него глянуть? Да, по приколу. Ну-ка. Вот. Прикольное появление. Ой, бармороз. Ну-ка. Кобздец. Пока непривычно. Да кобздец. Ой, кобздец. А вот. И придумать сцену. Да кобздец. Хлеб, сделай так, что... Кобздец. Хлеб. Санёк, сделай так, чтобы... А как выйти со стола? На W, да? Нет. What the fuck, что ты так что сделал? Да кобздец. Типа, там будет озвучка? Это прикольно, кстати, очень это появление, типа. Ага, как он это сделал? Давай в камеру. Кстати, я камеру уже могу листать. А, баги. Это сосание? Да, это сосание. Не надо? Скажи мы, что не надо. А вот это как? Может, прожимать надо? А что будет, если типа он закончит? Ну-ка. Ну-ка. По яйцам? Типа по яйцам? Вот это стой. Че за бред? Я буду писать параллельно типа баги, которые мы будем находить. Да, давай. Я сказал ему, убери хлеба с планшета. Да. Добавь кого-нибудь еще. Че там? Блин. Хайд. Это прикольно, кстати. А, это типа Трэшн Гэнг, типа. Он типа пок. Это. Дистрактит, короче. Че это за эффект такой? Че за бред? Да, это, кстати, прикольно. Слушай, вообще красава, в принципе. Прикольно сделал. Бармороз. А че Бармороз делает, я забыл? Нет, это очень прикольно. Он типа фризит в два раза. Да, видишь, типа время идет медленнее. Так, а это?
Я типа хочу, чтобы ко мне Фрудис пришел. Нет, это очень классно. Это серьезно, это очень классно. Ага. Типа, вот это качественно. Типа, несмотря на то, что рофл, он... Это, а, это... он ушел на... Да-да-да, он ушел. Блин, слушай, короче, это реально классная игра, слушай. Прям вообще... Делай дальше. Ну, только баги обязательно фикси. Делай так, чтобы это было... Да-да-да, фикси баги гребаные. И делай так, давай, чтобы, короче, это было нормально, потому что я, блин, некоторые моменты не могу... А, стой, давай, короче, доживем до 5. Может, на паузу тогда поставишь, типа? Да пофиг, может быть этот... Ой, капстит. Это пароксизм. Это пароксизм? А он тебя включен был? Дарштова тебя заскримерил? Вау, да ты просто инсейн. Ну ты понял, типа он скримерит. Капстит, это неудобно. Сделай так, чтобы можно было от пароксизма избавиться, это жесть. Да-да-да, наверное, как он типа на батле выступает. Блин, это так... Блин, на... Кто тебя убил? Кто тебя Фарш убил? Фарш ТВ! Серьезно? Даже... Да, Фарш ТВ меня убил. Капздец. Чё, сушка, решил ко мне лезть ты, засранец? А где он появился-то? Блин! А, нашел, нашел. Да, кстати, он в тот раз то же самое, так же, там же был, вот. Да? Да, я да, его да. Не заметил. Биткоина... О! Видел, да? Ой! Все. Как бздец. Блин, я энергии, по-моему, много потратил вообще. Капздец, это тяжело. Заткнись, капздец. Да, у тебя там по 10% поднимается шума. Ну, сушка, погоди. О! А? What the f- Аф! Офигеть. Фу, 5 минут надо прожить. 5! О! Что? Да этот киберарах на платиновом локжоу. Я его раздавил. Ты же видишь. Это прикольно, это реально классно. Это очень классно. Капздец. О? А, очки, я думал, типа, знаешь... Фух, капздец, а вот чуть-чуть. Я появляюсь. Да-да-да, на третьем телеке. 17 биткоинов. А куда тебе эти биткоины? А, точно, на черебаса. Да, но его пока благо нет. Ты, блин. Стоп. Да-да-да. В блендере еще сделал, капздец. Вига-вига-вига. Ой! Все, нормально. В смысле? Там же не было ничего. Да, там был стук. Когда ты, типа, закрываешь, там слышно стук на мгновение. Он сливается вместе с этим звуком. Он был. Mm. О! Уйди, не надо меня убивать, ты что? По сути, тебе только здесь сидеть надо. Блин. Капздец. Эй! Слушай, я жду... Я жду эту игру. Типа, фулл релиз. Ой-ой-ой, он сосёт. Прям без Стёба? Да, я реально жду эту игру, она мне нравится. Блин, я зажимаю X, но он... Все, фух, капздец. Не надо меня там убивать. Там походу сразу двое. Я не поставил двоих. А. Да... Не-не-не, пусть он до конца. Типа ты услышишь, что он там дальше. Ой, капстец! Капстец! У меня мойн стыпсил! Я видел, он тебя аннулировал, хб нефиг. Нефиг. Я знаю тот момент, я смотрел. Капстец! А его не было? Скажи сушке, что его не было. Убивает меня. Капстец. 5 минут.
Блин, я обожаю эту игру. А, буду это, буду ремикс, под, ремикс на это делать. Да блин. Майн. Да-да-да. Блин, а Алибаба, кстати, тяжело контрить. О, блин! И что я должен был сделать? Это то, чего я боялся. Закрыть дверь, закрыть дверь. Нет, типа, я закрыл дверь, а там Босково был. Че? Что это? Ой, капец! Он ушел. Он такой сукнул, он порог, он за порог вышел, такой сукнул, типа... О, ты его, кстати, типа, убрал. Чего? Бак. Локджоу появился не на камере. Ага. Блин! Кто? Фарш ТВ! Я не успел, капздец! Я не успеваю за этим следить, я типа просто один разворот сделал и все. Не, слушай, дай-ка я тебя уберу. Давай. Че ты... Когда я появлюсь? Я хочу на себя посмотреть. Так ты тут Бармороз, типа? Или здесь прям есть, типа, твой персонаж? Да-да-да. Вроде... Ну, типа, карты... Блин, я... Ладно, теперь я могу хотя бы... Вроде а, вот этот чек. Там вроде, походу, и я есть, типа, Шуруп. А, Шуруп универсальный. А, фак, а там есть именно не Фарш ТВ, не Шуруп, а прям я? Или а Шуруп, или Фарш ТВ это я? Да, Фарш ТВ это ты. Ой, блин. Тихо. Прям поехал. Ой, давай, закрывай. Чё? А, нельзя закрывать. Слушай, это рандом, походу, такой получается. Он, короче, сделал так, что... Когда у тебя, типа, вот это вот... Там этот паук был в углу. В углу был паук. Ну окей, окей. Попробуй выиграть просто чисто... Знаешь, там поставь вот этого паука, поставь... Кобздец, блин, кобздец, это сложно, капец. Как он это... Да, чувствует... Кобздец, ну это классная игра. Мне она нравится. Очень, очень нравится. Это не возможно, это кобздец. Пиши, что биткоин... А, нет, это, наверное, рандом, типа он... Блин, мне не нравится, что вот в таких играх, типа, рандом так жестко срабатывает. Нет, скажи, что, типа, понерфить биткоин, чтобы он не появился сразу. Вот, что мне с этим делать? Чё? Я не знаю. Убери, короче, этого Боскова. И добавь пусть... Папита. И добавь тогда Папита и Вига. Давай. Кобздец, что за бред? Это слишком рандомно. Типа, пусть это на скеле проходит сами на рандоме. Ну это сложно сделать. Это мои очки. Чего это? Это мои очки. Чего это мои очки? Может, это ты говоришь про раз, типа? Да фиг знает, вроде нет. Вроде Бармороз. Близ... Чё нет-то? О, короче, когда походу лазишь по камерам, то ли я реально какие-то биткоины подбираю? Ну, да нет, вроде ничего. Это мои здесь очки. Нет. Какие там вообще персонажи должны быть?
Где? В этой игре. Ой, там много. Я потом список кину. Карты, типа, ну ты карты видел? Не все. На, я тебе покажу, короче, их. Кобзец, зачем 120 персонажей? Это ж вообще невозможно. Нет. Это мои очки. Правильно ли? Ну это прикольно, однако. Ага. Если у него получится... Короче, ему нужно рандом понерфить. Реально, нужно. Нужно. Это необходимо прям. А кто реагирует на шум? По-моему, он пока еще не добавил никого. Вроде. Паук. Ага. Кто зачем? Походу здесь кто-то будет появляться. Ну окей. Слишком раз... Слишком рандом. Нет! Зачем нет-то? Вига-вига-ви. Это Вига-вига-ви был? Да. Это батя? Нет. Кобец! Я... Мне пришлось... Мне пришлось... Это мои очки. Мне, короче, пришлось монитор на самую-самую яркую просто, на самый яркий уровень ставить. Вига-вига-ви. Я не замечаю, чтобы у меня темнело. Или я просто не замечаю. Это мои очки. А мне прям вообще темно, не могу. Я не замечаю, что темнеет нет. Почему-то. Вот реально нет. Вига-вига-ви. Давай, хоть бы успеть, пока батя не позвонил. Нет! Вига, вига, вига. Потому что запись... Капец! Запись долго идет. Я ничего не вижу. Боже! Капец нахрен! Так, давай попробую все-таки это пройти, минуту осталось. Да, реально темнеет. Окей. У меня вот этот чел, который тихо, выступает. Типа это, я пытаюсь еще вот этих слушать. Дискорд очень громкий. Он у меня появлялся два раза за 3 минуты. Это мои очки. О, нет. Походу, когда я подниму монитор и опущу, то будет темнеть. Нет. Просто я не замечаю, чтобы он типа сам темнел. Это мои очки. Да, реально, ну темнеет, темнеет. 3 секунды. Паук еще не забывай, если ты его поставил. Да. Только будет тяжело его спалить. Он меня убил. Это мои очки, это мои очки. Хватит! Пощади. Нет! Не надо! Вига-вига-ви. Уйди, Барбарос, уйди! Чего? А, вот. Капздец. Короче, такая вот игра. Ждите больше видео в этой игре. Всем удачи, всем пока.